1 июля все индивидуальные предприниматели будут обязаны использовать онлайн-кассы при расчетах с клиентами. Исключение составляют предприниматели, работающие в труднодоступной местности, там, где нет интернета. Применение онлайн-касс должно сделать сферу частных услуг более прозрачной и удобной для потребителей. При использовании кассовой аппаратуры клиенту выдается чек, который является официальным документом. Он поможет отстоять свои права при обращении в Роспотребнадзор или суд, если услуга была оказана некачественно. Перечень предпринимателей и обязанных использовать онлайн-кассы опубликован на сайте налоговой службы. Эти налогоплательщики будут выявляться, целенаправленно в отношении них проводиться проверки. Для индивидуальных предпринимателей штраф у нас составляет от 1/4 до 1/2 суммы произведенного расчета без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 10 000 рублей.